И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на DLC Extinction, и мы сегодня продолжим Томидина с нового мода. Но сначала кое-что расскажу. Хейтеры. Хейтеры — это прикольная штука. Хейтеры готовы просто в лепешку разбиться ради того, чтобы сделать плохо. Но на Ютубе то, что многие делают и считают, что это плохо, наоборот, только помогают ютуберу, которому они пытаются делать плохо. В данном варианте у меня человек прям яро старается сделать, я даже пост выкладывал в группе ВКонтакте у себя, цифры изменились, и суть в чем. Таких просмотров у меня не было очень давно. Этот человек накручивал мне дизлайков. Может, несколько человек. Ну, в общем, фанаты сервера прошло. Накручивали мне дизлайков. Количество вы можете их посмотреть. Там 56, 88, 71. Три вот видоса. И суть в чем. Благодаря накрученным дизлайкам у меня накрутились и просмотры. 845, 193 и 720. В общем, человек, пытаясь сделать хуже, делает только лучше. Ну, пускай он это делает. Да, не спорю, дизлайки, это немножечко выглядит не очень. Но надо к этому относиться легче. Ну и фиг с ними. Зато как у человека рвет пердак. Извиняюсь за выражение. Ну, пускай рвет. А мы продолжим. Так вот, что у нас здесь? Ну, во-первых, я притомил гача и немножко разобрался, что да, как да, где. Притомил аргентависа и перебрался обратно к себе же. Суть в чем? У гача есть не только тот список лута, который я показывал. К примеру, в этом он производит неочищенную соль, грибная древесина, солома, синие кристаллы, жиженый газ и черный жемчуг. И это немножечко получше. Также черный жемчуг, жиженый газ, ну, возможно, пригодится. Я не помню, для чего вообще нужен, я набираться очень мало играл. Неочищенная соль, конечно, это прикольно, так как я так и не нашел, где ее лутать. Грибная древесина, ну, как бы древесина, как ни крути. Солома, опять-таки же, и как бы, ну, в целом, ну, такое себе, ну, получше, чем в прошлой, хотя там был камень. Но, в общем, с моими рейтами все равно здесь только черный жемчуг и нужен, и, ну, и неочищенная соль, хотя уже два, это хорошо. Вот, и, а вот, отлично, суть в чем, чтобы узнать, что твой гача будет тебе давать, список там не маленький, там идет как, на вики. Я пока смотрю все по иностранной вики. Там идет список из трех. То есть первые три это один список. Последующие два второй список. И последний это три. И может попасться тебе так, что будет выкидывать неорганический полимер за место черного жемчуга. То есть это один, это два и это три. Если не забуду, я ссылку в описании кину. На этот источник по гача. Ну, введите в поисковике гача, вики, по-английски гача, вики, и на английской вики зайдете. Там все расписано вот туда. И это, кстати, прикольно. Но, как узнать, что он дает? Именно. Находите дикого гача, он ходит и скидывает сам по себе кристаллы. Вы подбираете эти кристаллы, лутаете их. Так, ага, жиженый газ, отлично. О, синий кристалл, отлично. Неочищенная соль, грибная древесина. Черный жемчуг, ага, отлично, неплохо. Что у нас, жиженый газ опять. Блю кристалл. Опять неочищенная соль. Так, ну давайте все вот это вот дело откроем. И посмотрим. Суть в чем, раз, два, три, четыре, пять... 5 из 6, то есть у меня по факту не скинул, только солома пока что не открылся. 5 из 6, то есть я уже прекрасно понимаю, что, то есть если я за ним походил, ну, это он мне накидывал примерно с полчасика. То есть я за ним походил, и я уже знал бы, что он мне дает. Ну, как бы,
Я думаю, вы поняли, про что идет речь. Вот, и все. И так, соответственно, можешь за каждым походить. Он скидывает кристаллы примерно с такой же частотой, так что с этим проблем нету. Вот. И как бы, да, я ему навык изготовления качаю. Почему бы и нет? Собственно, если фон у вас не как лутальщик, то навык изготовления — это самый лучший вариант. Вот, и как бы вот он есть у меня. О, да, какая классная штука, а самое главное вовремя, она мне сейчас нужна. Надо добывать ресурсы, все дела. Так вот, как гача томить, я вам объяснил, то есть самый лучший вариант. Это левел не важен, у гача левел не важен. Даже если, то есть там даже написано, если не ошибаюсь, по крайней мере раньше было в Вики, то что даже если типа спаривать гача, то детеныши лучше ресурсы скидывать вам не будет, даже с лучшими характеристиками и так далее. То есть от характеристик ничего не зависит. Ну, возможно, только от навыка изготовления. Ну, только навык изготовления у всех всегда одинаковый на старте. Поэтому вы его всегда будете качать одинаково всем. Поэтому, как бы, в этом плане с гача, я думаю, мы разобрались. Вполне неплохой такой экземпляр. Стоит на базе, но пока что ничего не лутает, но автоматика арк, если я не ошибаюсь, короче, мод с вакуумным каким-то, с предметом вакуумным, который собирает абсолютно все, то есть неважно, что ты скинешь, он абсолютно все собирает в округе. Вот с этим модом как раз собираются кристаллы пока что, все остальные вроде бы нет. Я не помню, обновляли или нет. Ну, в общем, с этим как-нибудь потом разберемся. Может, какой-нибудь спецмод добавлю, чтобы он это все лутал. Что дальше? Станок установил. Установил, наконец-то, печку для создания металла в огроменном количестве. Все, огонь, все замечательно. Давай уберем. Хотя, идти, пускай, но всю жизнь работает. Ну вот, поэтому, как бы, в этом плане специально делаю ее для металла. Что у нас в термошкафе? В термошкафе практически ничего. Делал первосортинку жареную для того, чтобы сделать ВСМД на трекер. Здесь у меня всякий хлам. И здесь у меня ресурсы. Кстати, давай их немножечко застакаем, чтобы они меньше портились. Ого, даже так. Ну окей, неплохо. Соответственно, вот на 3 штуки у меня меньше в полчаса будет портиться. Такс. Установил таких 2 защитника себе. Кстати, у них всего 3 позиции. И не у всех, оказывается, 4 позиции бывает. У кого-то бывает и 5 позиций. Это прикольно. Прикольно. Вот, и как бы, ну, пока что настроение постоянно. Дерево у меня закончилось. Для больших. Так. Что мы собираемся делать? Конечно же, томить. И сейчас мы этим и займемся. Так, ну, чем томить, я думаю, там лутаем. И... Точнее, чем приручать. Чем оглушать. Здесь. Ну и давай наркотик возьмем, на всякий случай. Кстати, по гача. Тут такой прикол. Если закинуть ему фундамент, то он их точно так же захавает. Он их любит, и это вполне нормально. И причем он хавает их он в очень огромном количестве. Не знаю, как насчет качества, но он их жрет. Кстати, о, видали? Все захавал. Просто 16 фундаментов. Что? В общем, он любит. Он любит кушать. Оп! Скинулся каменный кристальчик. Кстати, я походу типа понял, как это. Обычного качества. Смотрите. То есть, видите, да, есть у него на спине назревают кристальчики. Именно вот так вот крутится, видите, да? То есть, типа, он это практически отвалился. То, значит, скоро он его сбросит. Потому что сейчас он его сбросил. Блин, ну, конечно, да. Ладно, погнали. А может, я ошибаюсь. Кстати, смотрите, теперь он светится. Этот самый кристалл. Бляха, мухло. Да, уйди, все подрежму. Вот видите, да, он теперь зеленым светится. Не из-за трубы, как бы, вот это свечение. У него в целом свое свечение появилось у этого кристалла, теперь он зелененький. И, походу, дело, он скоро скинет цветной кристалл. А, кстати, давайте сразу же глянем гача, что он у нас, позиции какие у него есть.
Ну, конечно, вот это самое лучшее, и, конечно, ему нужно... Такс. Ага. То есть у него раз позиция, два позиции, три позиции, четыре позиции, пять позиций, собственно, про что я и говорил. То есть у них бывает не только столько позиций. Ну, конечно, вот такая позиция самая лучшая. Ну и, не, конечно, не для маленькой, не на маленькую его ставить, просто платформа была. Погнали в пустыню. Не, погнали на быстром. На быстром, скоростном. Потому что у меня есть телепорты, и мне не обязательно что-либо делать. Кстати, гачи теперь могут перевозить только виверны и кицали. А это изменили. Поправили, точнее. Так что все нормас. А вот и пустыня. Кого здесь будут томить? Ну, конечно же, пулеметную турель. Кстати, да, я тут немножечко подразобрался, точнее, как подразобрался, залез наконец в настройки. И если нажать Alt F1 по дефолту, то UI Height Delay, здесь стоит 6 секунд, можно поставить ваше время. И, к примеру, вот секунду у меня сейчас стоит, направляюсь на него, убираю, через секунду исчезает. И, соответственно, все, что я налутал и так далее, появляется. Это немножечко будет в этом плане полегче. Кстати, блин, у меня что-то стоит динотрекер. Я забыл про него. О, точно, у меня же есть 8 телепорт. А, огонь. Сейчас надо телепорт в безопасном месте поставить, и будет просто супер. Сгоняю на базу, и все будет огонь. О, почему бы и не здесь? Так, динотрекер. Во-первых, динотрекер теперь у нас как скинчик на перчатке. Я его хотел сюда скинуть, потом, о, оказывается. Однако, как говорится, то есть теперь у нас скины здесь, скины здесь, скины здесь. Отлично, осталось только еще штанцы мне сделать. И, ну, кстати, сюда еще скина нету. И ботиночки, и вообще огонь будет, весь буду скинованный. Так, с учем. Пресс Shift C, Search GUI. И пресс Shift V, последний ваш поиск. Отлично. Заходим сюда. Давай навык скопления. Я просто не знаю, что еще качать. Я просто не знаю, какой у меня максимальный левел. Начнем с этого. Поэтому он как качается. Я бы, конечно, здоровье качал. Ну ладно, навык изготовления уже качнем. Просто все цифры ровные. Жмем Shift C. Да, он ударяет. Потому что у меня на C это не присесть. А на C это у меня ударить. Но есть Bin K. И, соответственно, здесь мы уже Shift Q. F5. Оу. Shift V. А, нет. Так, здесь всего 3. F6. Ну, у меня F-ки забиты. Ctrl V, Shift E. Давай попробуем. Shift U и Shift E. То есть Shift Q. О, отлично, и Shift E. Это последний поиск. Shift Q. Show Ball Dino. Find Tribe Dino. То есть вот, я могу... То есть мне, допустим... Вот ты где! Круто! Я тебя искал. Вот. Ну, это, соответственно, своих, да? То есть вот, Find. Он меня там отображает. Такой, вау, да, я знаю, что ты там. Отлично. Поиск диких Дино. Во-первых, есть поисковик. И, во-вторых, также радиус. Своих трайпменов, мертвая точка и файт альянсеров. Отлично. Но нам нужно искать... Нам нужно искать этот... Ну, давайте, допустим, вот на нем посмотрим, как это работает. Ага, отлично. Он находится там. Ну, кстати, радиус вполне неплохой. Вот, и, допустим, у нас что-то пошло не так, и я потерял его. Нажимаю. А! Нет, так, окей, я понял. Shift E — это дерьмовая идея. Благо, я на маленькой высоте был. Так, окей, Shift Q. Shift E. Я даже не додумался, что может быть такое. Вот это было бы сейчас весело. Вот, нажимаем Shift V, и он его по новой отображает. То есть теперь не нужно опять заходить, искать нужный левел и так далее. Все легко. Биндим кнопочку, и вот он. Он нам показывает,
постоянно того, кого нам нужно. Неплохо, неплохо. Нажимаю Shift-Q, так как у меня на Shift-Q. И уже можем спокойно искать. Так, кстати, координаты. Координаты, это прикольно. То есть здесь еще показывают не только, где этот Дин находится, то есть, но еще показывают его координаты. Вау, классно. Такс. На лету я... Нет, не могу так же заходить, то есть он уже не летит. Так я захожу, как бы все логично. Но теперь завинженные кнопки, это, конечно, хорошо. Я слышу. Слышь. Сюда под... К лицу подошел. Эй, не ваншотнул? Окей. Бывает. Бывает. Такс, ну ладно. Поищем нужного мне Дина, блин. Какие-то они все мелкие. Кстати, я сейчас такую фигню заметил. То есть можно как на смартфонах, короче, это свапать страничку. То есть можно колесиком крутить, но колесиком немножечко долго. А можно свапать как на iPhone, Android, блин, эти смартфоны, блин, все. То есть нажимаем правую кнопку мыши, и он, видите, появляется кулачок, и я могу его двигать удобно. Удобно. Особенно, когда у тебя большой, ты такой, а, твою мать, сколько можно это проматывать. Неплохо. Ну и, собственно, сейчас вот это с завинченными кнопками очень классно. Чтобы можно было вот на эти бы кнопки биндить, то есть, допустим, нажал, или самому биндить. Ну, вообще в целом, да, допустим, нажал Shift-Q, потом нажал Q, то хоп, он сразу сюда перешел, сюда поставил, там, Ctrl-V, чтобы вставить название, и хоп, он тебя сразу же, короче, нашел то, что тебе нужно. Ну, кстати, 50-й левел, ну, блин, мелкий, ищем дальше. Что-то, короче, не работает. Вело. И он перестает искать. То есть вот он у меня есть, да, здесь? Поисковик на английском не работает чутка. Ха-ха-ха. А, подожди. Возможно, вот в этом проблема. Ну-ка. Ну да. Ну да. Такс. Оп. Отлично. То есть, объясняю. Лечу, нажимаю сюда, сюда. Ctrl-V. Нет нужного левела. Escape, escape, полетели дальше. Нажимаю Shift-Q, find. И, собственно, так ты и лететь. Немножко дрочево, но зато это лучше, чем всматриваться во все лица и смотреть их левел. Ну, так удобнее. Опаньки. У меня F5 не работает. То есть я не могу отменить им следование за мной. Ха, а вот теперь могу. Отлично. То есть эти вот часики мне чутка отрубают кнопочку F5. Причем F6 она не отрубает. Вот же зараза, а. Именно F5. Лучше, чтобы ты F6 мне отрубил. Блин. Ладно. Ну ладно. То есть эти часики не всегда носить. И двойной сет этих... двойной сет перчаток носить с собой, чтобы... Когда ты кого-то ищешь, тогда уже ищешь. Просто спустился немножко собрать наркобариков. Ну что, пролетев добрую часть пустыни, процентов 80-90, это 100% я пролетел, я нашел троих. 80, 90 и 110. Я думаю, вы знаете, к кому мы сейчас летим. Конечно же, к 110-му. Благо, я запомнил, где он находится, и как бы нормас. Ну, кстати, 90 тоже недалеко. Вон там на скалах оно находится. А 110-й, вот он. Отлично. Убил аллозавра и залутал первосортинки. Я думаю, питается мясом. Поэтому первосортинка нужна. Ой, фу, какая гадость. У меня там в инвентаре лежит. Так, в любом случае, пока что все сюда. Припарковываем птерчиком. Вау, 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 легче. Декур 20-й. Отлично. Ой, стрелы-то. Стрелы-то отдай. Не греши. Отдай стрелы. Стрелы, стрелы, стрелы. Отличненько, молодец. О. На тебе выносливость.
Ну что, погнали оглушать. И... Как камера трясется! Оу-е! Хорош! Фига себе, тебя что, не уклад? Да я как дикобраз сейчас из-за тебя, ты понимаешь? На тебе в лобешник за это. Офигеть, я просто... Нифига себе. Стреляет только из-за укрытия. Воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Спокуха, спокуха. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стреляет только из-за укрытия, 100%. Вау. Ага. Он пытается догнать. Но большая проблема — это его стрельба. Тихо-тихо-тихо. Но от нее можно избавиться, спрятавшись... Вау! Обман маневр. Спрятавшись за камень. Отлично. Вау! Самое главное — не видеть его голову. Даже по большей части тела. Тогда он на тебя сильно не обращает внимания. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Торпор. Стоять! Так, без резких движений. Слышь, дядя Курус? Без резких, я сказал, движений. Молодец. Фух. Отлично. Теперь надо первосортинку теперь нужно. Это было неожиданно четко. Офигенно. Но я его оглушил. Я же 110-го оглушил, да? Я же точно 110-го оглушил. Так, я думаю, пятака тебе точно будет достаточно. Но как бы с моими-то рейтами давления... я же сказал. Там даже единички хватило. Отлично. Неплохо. Я бы даже сказал, великолепно. Так. Я свистать не могу, отлично. Будем привыкать нажимать на U. На Y, на Y. И погнали на базу. Кстати, подожди. Дино-трекер. Это штука нужная. Вот так и вот так. Так, погнали тестировать его. В пустыне вечереет. Ну, а мы, собственно, здесь потусуемся немножечко. Сделал седло. По парадоксу не хватило только кератина чутка. Вы... А! Подожди, что? Ну, выносливость полная. Кстати, точно. Спасибо. Дина устал? Не понял. А, во! Разбагался. Надо было ударить просто, он разбагался. Отлично. Что за фигня? Ладно. Давайте посмотрим по атакам. Левая кнопка мыши — это удар когтями. Правая кнопка мыши — это не удар хвостом. Это распыление шипов. Распыление шипов по кругу. То есть, если хорошо приглядеться, то вот они, эти шипы, вы их прекрасно видели. То есть, он просто раскидывает эти шипы. Свои шипы, которыми может стрелять вверх, он стреляет вокруг. Прикольно. А честно, все думали, что он именно бьет хвостом. Но как бы видно же, что типа бьет хвостом и так далее. То, что шипы раскидывают, как-то даже не приходило в голову. На присесть он вставит в режим прицеливания. На лечь ничего, на удар ничего. ОП ничего. В общем, раз, два. И так, давай, быстрее. О, пошли к тебе.
пошли просто к тебе, и сейчас вот третья атака. Прицелись, пли! Нифига себе! Вот это я понимаю, ну-ка. 118, я понимаю, там у меня типа урон, там все дела улучшены, но блин, ну не настолько же. Ай, блин, надо было это. Так, окей, давай тебя уже добьем. 148, что? Так, погоди-ка. Надо восстановить выносливость. Кстати, получается, тебе нужно выносливость качать, это 100 пудов. Давай до 2000. Здоровечко вот так сделаем. И урончик. Мы уже поняли, что выносливость — это его неотъемлемая часть. Точнее, отсутствие выносливости — это его неотъемлемая часть. What the fuck? Он типа забагался так? А, ну окей. Ну, я надеюсь, что он забагался, это не ему, ему не тяжело. И все в таком духе. Так, ладно. Так, стоять! Куда пошел? О! И та-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 та! О, да! Я его обожаю уже! Классно! У, 95-й левел! Слышь, новое заспавнилось. Не было. Не подходи! У меня есть... Я буду стрелять! Ты смотри-ка. Не агрится? А, ну, понятное дело, подошел, сагрелось. И то не на меня, походу, дело. Или на меня. Ага, на меня. Да-да. Какой левел был хороший. Я бы потомил. Это ты что, блин, проснулся? Вот спал бы дальше. Так, ладно, в любом случае. Атаку мы проверили. Я хочу вот эту круговую атаку проверить. А именно дамаг от него. Терминал? Точно. Терминал же был здесь. Я и забыл про это. Так, давай проверим. Что за бабуйня? Это... А откуда тогда такой дамаг был большой? Так, погоди, ну-ка давай основу выносливости полностью. Так, подкачал еще немножко выносливости. Урон специально не качал, чтобы циферки не изменились. Это что за бабуйня сейчас была? О, это у меня телефон. Сори. Да хорош! Сюда подошел! Сюда подошел, я сказал, я сколько с тобой бежать буду? Да вы достали меня уже, скотина! Бомбанул. Чуть-чуть. Так, давай на тебе. Реально? Это что за фигня? Так, погоди, а если просто шипами вокруг попаду, да? Если попаду. What the fuck, нифига себе! Огонь! Огонь! Сюда все подошли, я сдохну все нафиг! Хитрёть, матрёть! Вот это я понимаю, дамаг! А потом так, на-на-на-на-на-на-на-на! Всех нафиг расстреляю, всех! Всех убью, всех убью! Всех убью, один останусь! А, это прикольно. Вот это Дина прикольно. Стоять? Куда? Все нафиг убить. Всех убить. О, раптор. Ядрёть, матрё... ну, почти. Выносливость. Вот что нужно качать. Немного хпшечки, немного урона. И если в не тупить, то к вам Дина даже и не подойдет. Ну и, конечно, не тратит лишнюю выносливость. Это как бы немножко сильно глупо. Но офигеть, как круто. Эта Дина мне уже очень крайне сильно нравится. Много функционала в нем, это класс. Но, давайте посмотрим кое-что. Поведение. Учить режим туреля. Ах, да. И теперь. Поведение отключить. Блуждание. Так. Ага. Так, это чистый режим турели. Отлично. Теперь что мне нужно? Мне нужно, чтобы на меня кто-то сагрался. Вообще не проблема. Слышь, жирный. Ну вот, и как бы да. Вот, на меня кто-то сагрался.
Ой, жажда боя. Давай смотреть, что он сделает. Чувак, мне плохо. Эй, я говорю, мне плохо. Ай. Эй. Так вот, дерьмо у тебя режим турели. Мне шмотку поломали. Ну вот что это за чудо такое? Нафиг всех убить, расстрелять, все нормально. В общем, короче, что-то с ружимом турели тут, короче, как-то не очень. Ну давай посмотрим еще разочек. Кончис так бежал. Короче, большой левел. И, короче, не добежал. Включил режим турели. Ты угораешь, что ли? Он просто не атакует. Он просто встал и стоит. Что? Ты угорел, что ли, блин? Я офигею. Не, режим турели пока что плохо работает. Это факт. Поэтому, ну, блин, народ, да. Как-то все пока что плохо стоит с турелью. Но Дино в целом просто офигенен. Да, я понимаю, у меня разблоченный урон. Я поставил урон 1x за каждый левел и так далее. Но сам факт дамага, он очень огромен. Ну и, конечно же, режим стрельбы, это просто неимоверно как офигенно. Шо! Сейчас всех завалю нафиг. Классно. Просто огонь. В общем, Дина классный, Дина офигенный. Я на нем хочу побегать по пустыне, покачать его. В пустыне именно на вот этих вот всяких диносах зараженных покачаться и так далее. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.